Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня у нас инди-хоррор Cage Face. Вторая, ребята, кассета. Вторая картина, вторая глава, второй эпизод. Похер как называть, самое главное, что это продолжение. Это очередная часть от той самой игры, которая уже была на канале. И в принципе, очень даже ничего, как мне показалось. Давайте посмотрим, что на сей раз придумал разработчик. Так, мы должны вставить вторую кассету. Пожалуйста, да. Мод нам нормальный, нам хардкор не нужен. Вы что, блядь, издеваетесь, что ли? И опять же, ага, начинаем. Что-то у меня все игры стали какие-то громкие. Не знаю, может, у меня как-то автоматически громкость увеличилась. Хуй его знает. Итак, офицер с нами разговаривает. А теперь потрудитесь ко мне объяснить, что произошло. Етить твою налево. А мы молчим, мы не отвечаем, мы как будто бы в рот воды набрали. Или я должен нажать? Ага, понял. Роберт отвечает. Ну что ж, позвольте мне начать. Мне и кому-то еще в этом самом городе захотелось что-то там заплатить, но что-то пошло не так. Возможно, у нас не было денег. Я не хотел думать, делать это. Это было как взять и уйти, не заплатив. Я долго думал, какого, собственно, хера. Все пошло по пизде. Мальчики что-то там работали. Ну и как бы и ладно, и город стоял, и жизнь продолжалась. А план был следующим: мы должны были что-то сделать с местом, войти в него и, собственно, исследовать его. Но у нас нихуя не получилось. Я брал мой рут, но я... Мисс Рид, что за мисс Рид? Мисс это что это? Ошибка, это промах. Рид читать. И что? Какое, блядь, слово я из этого должен составить? В общем, мы там что-то потеряли. И удача, точнее, неудача меня преследовала. Я нашел какое-то говно, наступил в него и потом везде не вонял. Поэтому я сломал грейты, сломал и, собственно, отправился в этот самый кошмар. Он начался, этот самый кошмар. Слава тебе, Господи. Понеслась. Управление, что управление, я даже читать не буду. Наверняка F. А нихуя. Кажется, я зря скипнул управление, потому что фонарь на F не отключается. А зачем? А зачем мне фонарь-то отключать? Это инди-хор, блядь. Я же в темноте буду ходить. Не-не-не, ни в коем случае. Сюда мы придем в пул номер 2. East Storage. East. East это у нас восток. Закрыто с другой стороны. Ну, допустим, значит, оттуда я приду. Тогда у нас не остается вариантов, как залезть по лестнице. Вот так вот. Блин, ну что, разработчик, ну в самом деле, нельзя было, что ли, анимацию добавить, как мы забираемся по лестнице? Тоже закрыто. Но мы сможем это открыть с помощью ключа. Workroom, хорошо. Рабочая комната. Рабочая комната у нас имеется. Хорошо бы поиметь еще от нее ключ. Здесь тоже закрыто, но как выглядит, как будто что-то застряло. Если бы у нас что-то было, то мы бы открыли. Но поскольку у нас этого что-то нет, поэтому мы не знаем, как это открыть, как говорится, да? И панель контроля. Нам нужно все стрелочки. Я хочу покинуть это место. Я должен, чтобы все было на зеленом. Что их контролирует? Блин, наверное, вот эти вот трубы. А давайте мы проследим, что их действительно контролирует. Но трубы уходят в землю. Подождите-ка. Что за нахуй? Я что-то вообще пока не понимаю. А куда это я должен идти-то? Алло! Куда я должен, мать вашу, идти, если здесь вообще все закрыто? Вернуться в самое начало? Не открывается, мне нужен ключ. Подождите, ну тогда один единственный вариант остается, самый, что ни на есть логичный. Ключ должен лежать где-то у меня под ногами. Прямо где-то под носом должен лежать этот маленький мерзавец. О, у меня есть пистолет. Нихуя себе. А чё раньше-то об этом не сказали?
Вот я молодец, додумался на правую кнопку мыши нажать. Ага, на пробел, получается, я переворачиваюсь на 180 градусов. И секунду, дайте я ознакомлюсь с гейм-контрольцами, потому что, может быть, что-то еще мы найдем. Левый shift, значит, бегать, ну, пробел мы уже проверили, красться на левый control, а у нас получается флешлайт, а вы посмотрите на среднюю кнопку мыши, допустим. На Q мы показываем что-то там. Ага, понял. Все, потрошки вижу в левом-правом. Ну все, не слушайте меня. Вниз, вверх, правая кнопка, Е, ну и, собственно, все. Хорошо, я могу стрелять, тогда я, наверное, позволю себе... Нет, это я себе не позволю, потому что здесь явно нужен ключ. А вот эту дверь, наверное, я смогу открыть вот таким образом. На, нахуй. Ты посмотри-ка, ну-ка, может быть, еще один патрончик надо садить, чтобы прям на Верочку. Тварь. Мануал. Дайте ознакомиться. Дирекция на выход двери. Откройте эту дверь с помощью воды, которая будет поступать или наоборот отступать. Для того, чтобы все у вас получилось, дергайте и как бы все будет заебись. Туннель А, Б, С. Ага. Понял. Так. Ну, игра постепенно нас ведет, хорошо. Тогда я знаю, где нам применить пистолет в следующий раз. Не можешь открыть, говорить, да? Ну-ка, нахуй. Да нахуя вы мне тогда вообще-то пистолет дали? Чтоб я сам себя кончил. Ну, так и до этого и недолго. Ну а хули мне здесь еще делать? Подождите-ка, а вот те самые трубы. Очень похожи на те, которые идут к той самой панели. Но вообще нихуя не открывается, ребят. Где-то здесь должен лежать ключ, я вам точно говорю. Без этого вообще никак, ни разу и никуда. Но я слышу там вода. Но я, наверное, как-то ее слить должен. Да вы что, блядь, издеваетесь, что ли? Perfaps a good slam will dislock it. Good slam. Твою мать! Ее просто надо было толкнуть посильнее. Ёб твою мать. Так взяли бы и написали, нахуй. Зажми ты, ебаный левый shift, и все, и выломаешь дверь. Окей, мы прошли дальше. Я, правда, патроны уже спустил, хер знает сколько, практически целую обойму, но да ладно. Самое главное, что мы сдвинулись. Вот говно, что здесь произошло? Не знаю, чувак, видимо, скучал и просто отрывал от себя куски. Рабочие записи. Я не знаю, как я долго здесь находился. Последние мои слова будут записаны на эту пленку. Что-то там здесь оказалось. Я попытался выбраться, но у меня ничего не получилось. Это так отвратительно. Я сегодня не хотел на работу выходить, а меня заставили. И вот я, блядь, как жопой чувствовал, что все так оно и кончится. Кто-то здесь есть, какое-то существо, и оно убивает всех вокруг. Я слышу, как зубами раздирается плоть, несколько было выстрелов, все побежали обратно, многие были убиты, господи, что здесь творится, это полный беспредел. Слушайте, кто-нибудь, кто услышит это, имейте в виду, если, когда монстр показывает... показывается рядом, начинает дышать, это действительно тяжело, выглядит, как будто бы держитесь подальше. Короче, если эта хуета оказывается рядом, то нам лучше вообще не дышать и не двигаться. Господи, что за дьявольщина здесь происходила? Мне нужно отсюда как можно быстрее... выбраться, взять эту кассету и всем рассказать, что же здесь за хуйня происходит. Окей. Сюда я, ну, конечно же, я сюда не смогу попасть, потому что нам нужно это запитать. Хорошо. Нужно запитать. Здесь нам нужна крутилка, чтобы мы эту всю херню перекрыли.
Это мы возвращаемся обратно. Так, подожди, а ты что закрылась-то? Не понял. А что за уебанская эта калитка, я не понял. Я ее каждый раз, что ли, вышипать должен? А нахер ты тогда вообще закрываешься? Вот, стой. Не надо закрываться. А тварь какая, а? Ну ладно. Издевается надо мной. У меня есть пистолет. Мне похуй на этих монстров. Только дай мне повод, я тебя сразу тут, ага. Слушайте, ну пока... Пока ничего никуда и, собственно, не сдвигается-то. А, нужно его залутать, точно. Workroom key. Прекрасно. Там, скорее всего, мы найдем вентиль, сможем перекрыть все эти пары и отправиться дальше. Пока все складывается. Еще бы патроны где-нибудь найти. Ну так ты ключ-то вставляй. А, точно. Там как-то нужно все это, знаете, по-хитрому. А, так, мы нажимаем, значит, ага. И вот так вот используем. Пиздец, неудобно. А зачем мне заходить в инвентарь, все вот это вот делать? Почему нельзя просто нажать, например, на Е? Фонарь мы пока вырубим. Лист рабочих. Итак, внимание все. Сегодня новые вводятся правила. Обязательно всем нужно вакцинироваться, иначе мы вас уволим. Первое, что нужно сделать, вам нужно иметь Тома, голову... Блять, какие-то странные рабочие, зачем им иметь голову какого-то там Тома? Main Trans Room... Бумага, что там с ним сделать. Номер один туннель и реплейснуть одних. Электроника будет в туннеле S1 и пул номер 2. Ёб твою мать. Это головоломка или что это? Это я вообще должен все знать? Охуеть. P это плюс, M это минус, X это мультипликейшн и D-division. Я знаю, что выглядит это все ужасно. Это пиздец, насколько ужасно выглядит, особенно для меня. Только помни, что часть, где я сказал, информации только остается между рабочими. Значит, я должен найти то, что осталось от этих самых рабочих, и у них будут какие-то пароли или что-то еще. S5, а здесь у нас I6. Так. Получается, я должен найти где-то рабочего. У него должно быть вышито, я не знаю, может быть, бейджик у него будет висеть, S5, и где-то у него будут три цифры. Потому что, ну, какие цифры здесь находятся, я, естественно, хуй его знает. Так. А вот здесь вот я еще что-то видел. А, подожди. Вот же она S5. Вот она S5. 8, 9, 7. 8, 9, 7. Ты что, ебанутый? 8, 9, 7, я тебе говорю. 8, 9, 7. P4, 4. S5. Ну-ка. Подождите, это должно как-то открываться. Это явно как-то должно открываться, и что-то из этого шкафчика должно доставаться. По-другому никак. Ну, там какая-то херня стоит, но она явно мне не нужна. Да здесь, скорее всего, вентиль лежит, потому что дальше-то я не пройду, алло. Ну, вряд ли сработал какой-то скрипт, и за мной сейчас будет кто-то гоняться. Блять, надо как-то эту хуйню решить. Это серийный номер, который основан на математической формуле и два числа с письмом, блять, в между письма два числа. Ёб твою мать, что ты нахуй несешь? Что за хуйня? P плюс... А, подожди, P плюс... Ну-ка. P плюс.
Ага, получается 897 плюс 44, а S... А S нихуя нет. S это вообще не считается. Плюс 44, и что у нас получается? Да хуя, получается. Получается 900... Ой, блядь, старость. 941. 941, если мы просто сложим эти два числа. 941. Откройся, сука! Паскуда, а? Эш, вздумала тут шутки со мной шутить. Хорошо, вентиль есть. Ой. Ну, на самом деле, это было проще, чем, чем просто толкнуть эту дверь. Все-таки математика, она, знаете, она как-то мне ближе и роднее, чем английский язык. Мне нужно уровень чего? А, надо в руки взять, окей. Давай мы отойдем. Old level. Прекрасно. И все, и теперь спокойно. Ай, блядь! Ёб твою мать! Скример! Это оно! Я понял. У меня же есть пистолет. Ебать, он быстрый! Он не отстает. Ребят, он не отстает. Что делать? А он умеет, интересно, двери вот эти открывать? Ага, хуй там. Нас просто-напросто взяли и закрыли. Я негодую, это не должно было быть именно так. Хорошо. Левая кнопка мыши, пожалуйста, дайте нам... А что, с самого начала, что ли? Нет, конечно же нет. Загрузить. Загрузить последнее сохранение. Ну, тогда у меня не остается никаких вариантов, я буду просто по нему стрелять. Теперь я понял, для чего мне дали пистолет. Да, замечательно, значит, мы здесь взяли вентиль, пойдем сейчас все перекроем и будем шмалять. Три патрона, а перезарядка тут вообще на какую-то кнопку-то есть? Е. Красавчик. Потому что, ну, с тремя патронами против такого карабаса, ну, это как-то не особо. Берем вентиль. Старый вентиль. Перекрыли. Ну, сука, давай, готов. Я готов! Ебать. Да оно вообще нахуй не умирает! Зачем мне дали пистолет? Охуеть, надо было гранатомет давать. Или Катюшу, например. Ладно, я еще раз загружусь, что мне как бы это не жалко. Ты посмотри, какая дрянь. Подождите, он очень быстрый. Получается, после того, как он выламывает стену... Ну давай, запускайся. После того, как он появляется, я должен сразу бежать. Дать, получается, кругаля. И быстрее щемиться. Надо еще рассчитать, чтобы невыносливости хватило. А я спрятаться не могу. В первой-то серии, в первой части, точнее, мы как действовали? Мы прятались в ящике, и все было с нами нормально. Подождите, а может быть я сразу должен бежать? Он очень быстрый. Давайте попробуем. Сразу бежим. Ну его нахуй. Топает, ага. Слышу. Господи, пожалуйста, пусть здесь будет что-нибудь, куда я могу спрятаться. Он идет за мной. Закрыто! Нет, блядь! Я, походу, открыл дверь. По-моему, я открыл дверь, но я в нее не зашел. Я дурак, да? Это пиздец какой-то. Это просто какой-то нахуй пиздец. Ладно. Попробуем еще. Может быть... Хотя, ладно, не будем рисковать, это уже потом. Это если у меня сейчас будет 100 попыток, то, скорее всего, я их просто все нахер вырежу и покажу уже ту самую истинную попытку, которую каким-то образом должен был игрок с первого раза догадаться. Значится, я не буду останавливаться, я буду сразу бежать, не знаю куда. Я буду просто бежать. Движение — это жизнь, я просто бегу. Опять же идем вниз. Мы бежим вниз, мы идем по указателям, да. Хотя они вообще во все стороны обозначены. Сюда попаду? Мейн транс. Да, вам нужен ключ.
Ага. А он, наверное, здесь... Тих-тих-тих-тих. Ага, я понял. Иди нахуй. А как это он там оказался? А он еще один рабочий. Он сейчас здесь окажется. Да ебать, да это невозможно! Это нереально, сука такая! Я попал. Я попал! Как он так быстро, блядь, вообще там Сука. Блядь, мне надо до этого быстрее. Дай что-нибудь! Ну все, нас сейчас въебут. Да послушай, да это какой-то бред. Разработчик, ты вообще в своем уме? Откуда я, блядь, игрок, первый раз вообще запустивший эту игру, должен понять, куда мне нужно бежать и что мне нужно делать, если эта тварь меня постоянно преследует? Что такое с игрой? Какая нахуй пауза? Е, левая кнопка мыши. Какая пауза? На что я, блядь, нажал? Я игру сломал, что ли? Твою мать, у меня еще игра зависла. Попытка номер хуй знает какая. Сейчас я попробую просто бежать прямо вот сюда наверх. Ну и скорее всего это будет тупик. А нет, смотрите-ка, мы прошли. Здесь тоже есть вентиль. Но я ничего не могу сделать. Абсолютно я нихуя не могу сделать. Потому что эта тварь, она меня преследует. На патроны она вообще никак не реагирует. Причем на боевые, сука. Ну хотя, в принципе, если бы я попадал... Это пиздец. Я не понимаю, что от меня требуется. Что это хочет ебаная игра от игрока? Что я должен сделать? Я должен убегать от него? Я должен найти какое-то место, где он не сможет меня найти? Или все это время я должен от него убегать и каким-то образом, я не знаю, пяткой левой ноги попытаться, блядь, что-то там залутать? Как это, блядь, должно происходить? Еблан, если бы хотя бы еще перекрестие здесь было, и можно было бы, я не знаю, там, хедшотов ему наставить, другое дело. Ну как это, сука, должно работать-то, блядь? Пиздец. Иди нахуй. Получается, я могу здесь бежать вообще абсолютно в любое место. Куда бы я ни пошел, это будет правильный путь. Ну вот лежит труп. Его точно нужно залутать, потому что там что-то будет. Ключ от чего-то будет, куда мне нужно будет прийти и что-то там нахуй сделать. Вот еще, блядь, один вентиль, который я должен, по идее, крутить, но он не крутится. Тварь, эта сука идет за мной. Электричество, надо подать электричество, его пока нет. Естественно, ключа тоже у нас нет. Ну, мразота. Ну, мразь. Вот, я должен крутить, но нихуя не получается. Убегаем, спускаемся. Хуй, куда ты, блядь, собрался? Вниз, в воду, что ли, еблан? Ой, блядь. Все становится предельно ясно. Ничего сложного в этой игре нет. У нас есть трупы, разбросанные по канализации. У них есть наверняка ключи, с помощью которых мы сможем попадать в определенные локации. Что-то где-то мы сможем крутить. В итоге здесь стрелочка будет на зеленом. Мы дернем на рычаг, дверь откроется, нас нахуй водой зальет. И, собственно, так все оно и завершится. Все понятно. Это все прекрасно, все охуенно. Но что я должен делать с этой тварью? Мне кто-нибудь вообще скажет или нет? Почему кусок этой хуйни меня преследует постоянно? И он не отстает, я не могу быстрее бежать. Он в любом случае меня настигнет, если я хотя бы на полсекунды остановлюсь. И что, блядь, я должен делать? За ким хуем мне тогда дали пистолет этот обоссанный, который вообще не работает? Итак... У меня есть 8 патронов, да? Это максимальная обойма на 8 патронов. Пиздец. Пробуем. Пробуем сделать вот что. Так, он вылез. Попробуем его расстрелять. Вот он идет, я прицелился.
Ему вообще похуям! Он просто идет, он даже не чувствует эти пули. Это что за ебаный терминатор? Как я должен проходить это? Твою мать. Нихуя подобного. Пробуем еще. Ну чё, блядь, думали, что все нахуй, расслабились? Нихуя, только все начинается. А, может быть, стоит стрелять ему в голову? Мне кажется, голова это у него слабое место. Правда, как я попаду вообще в нее? С таким аимом, с такой стрельбой. Давай, выходи! Так, прицелились. Оп, по головке попали. Хорошо. Прекрасно. Блять, я забыл перезарядиться. Ёбаный мудак. Ну все, ребят, наигрались. Наигрались, сейчас меня за жопу схватят. И, в принципе, можно начинать опять заново. Но я просто так не сдамся. Сейчас мы попробуем его здесь немножечко, ага, оторваться от него. Так, хорошо, хорошо. Углы я срезал. Что, сука, не нравится? Больно? На нахуй. Ты, блядь, умрешь сегодня или нет? Допустим, ему пока плохо, давайте попробуем свалить. Бежим отсюда. Он отстал! Ёб твою мать, сколько я потратил на это времени. Но я к этому пришел, самое главное. Закрыто с другой стороны. Сколько я потратил патронов на него? Ну, раза 4 надо ему попасть по голове и... 4 раза надо, да, попасть ему по голове, ему станет плохо, и мы сможем от него убежать. Периодически, получается, он будет появляться, я всаживаю ему опять 4 патрона, и он идет нахуй. Вопрос, что будет, когда у меня закончатся патроны? Как я буду выживать? Электрический бокс закрыт, и, собственно, эта панель. Привет, Гарри, я попробовал... тебя вызвоните, но ничего не получилось, ответа не последовало, дверь закрыта с другой стороны. Мне нужны права, правильно? Как бы там ни было, Боб должен прийти, мертвый, заменить предохранитель и все должно заработать. Окей. C0 туннель, проверить West Storage Room. И там будет ключ. Ёб твою мать. Но это пиздец, конечно. Очень увлекательно без русского языка, знаете, вот запоминать это все. Допустим. Идем дальше. Ну, я уже тут выучил, блядь, куда что. Ага, появляется опять, сука, да? Идет, идет, смотри, смотри, идет. Идет, падла. Успею? Нет, нихуя не успею. Саживаем. Раз, два, три, четыре, пять. Спокойно, спокойно, блядь, не надо. В сторожке я нашел. Но мне это совершенно никак не поможет. Если эта тварь не перестанет за мной бегать. Постоянно. Постоянно, блядь, она идет за мной. Раз. Два. Три. Четыре. Пять! У меня все, патронов больше нет! А че он меня, кстати, не убил? Он промазал? Все, патронов нет. Ну, игра закончена, получается. А учитывая, что я спустил одну обойму на то, чтобы попытаться открыть двери. Блять, ну я бы, конечно, мог, да, подольше пожить. Но это все равно, ребят, но это все равно не должно так работать. Т0. Где-то, значит, должны быть еще одни цифры. Точно так же мы должны заниматься, наверное, вот этой вот хуйней складывать и вычитать. Да, цифры? Пиздец. Ой, пиздец.
Так. Да, где-то я вот здесь видел наверх лестницу. Фух, спаслись. Но ненадолго, он сейчас придет за нами, да? Да. Охуенный пацан! Он просто появляется из ниоткуда. Не, ну это, конечно, ебала. В целом, задумка очень прикольная, потому что, ну, игра выглядит классно. Есть головоломки, крипово, жутковато. Ну, блядь, вы только посмотрите на эти картинки. Но этот монстр, это просто геморная залупа, ну, вообще абсолютно никакого удовольствия. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.